На сцену готовится выйти феномен из Таджикистана. Именно так переводится название танцевального коллектива «Падида». Мы все четверо говорим вам «Да!», да! Да, Мухаммад, когда вы танцевали, у меня было такое ощущение, что я видел Рудольфа Нуриева. Ой, спасибо. Того легендарного, да. Суперский коллектив. Вы прям на 100% выложились. Спасибо. Репетировать мы начали сразу с завтрашнего дня, после того, как мы прошли во второй тур, в полуфинал. У них есть свое, свой почерк. Туфли мы заказали с Ташкента. Платья тоже новые мы заказали. За 2 или за 3 дня нам с другого города отправили. Да, вот это вышли. Это все ручная вышивка. Все на высшем уровне постарались как бы показать. Это очень такой хороший коллектив. Вот, кстати, тоже один из таких немногих, которых хотелось бы видеть в гранд-финале. Зажигательные «Падида» на сцене! Сразу, судьи, давайте к вам, мне кажется, есть что сказать. Конечно, конечно же есть сказать. Привет, ребята, привет, девчонки, ассалам алейкум, добро пожаловать. Помнишь, я говорил, ах, если вы в следующий раз выйдете с народным танцем, это будет очень великолепно. И вы, в принципе, оправдали это доверие, было очень шикарно. Молодцы. Вы сами довольны? Тогда увидимся позже. Удачи!
Дорогие друзья, смотрите шоу Central Asia's Got Talent на нашем YouTube-канале. Конечно же, подписывайтесь, конечно, ставьте лайки, конечно, пишите комментарии. Ну и обязательно, я вас очень прошу, нажмите на колокольчик для того, чтобы не пропустить все самое интересное из мира талантов Казахстана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана.